Приветствую вас, мои дорогие творческие друзья. Сегодня с вами Фёдорова Катя и канал «Нарисуй». Обратите, пожалуйста, внимание на материалы, которые вам потребуются для данного мастер-класса. Если вы не успеваете рассмотреть, прочитать, пожалуйста, ставьте на паузу, и можно подробно ознакомиться с кистями, с бумагой, которую я рекомендую, а также с красками, которые я использую для этого мастер-класса. Итак, что же мы с вами сегодня напишем, друзья мои? Тропический пейзаж акварелью. Можно увидеть, что на данный момент лист бумаги, на котором я собираюсь писать, он закреплен с помощью бумажного скотча, и я увлажняю часть работы, на которой сейчас мы будем с вами писать по-мокрому, мы будем писать с вами облачное небо. Это версия мастер-класса укороченная. Здесь мы посмотрим основные этапы создания, обсудим с вами моменты, на которые стоит обратить внимание. Если вы уверены в своих силах, добро пожаловать, пишите со мной вместе пейзаж вот по такой укороченной, ускоренной версии. Также такая версия позволяет очень быстро, вкратце ознакомиться с тем, что вас ждет в полной версии. Полная версия мастер-класса, друзья мои, она длится более часа, час 15 минут, и она доступна для моих подписчиков на Патреоне и в группе ВКонтакте с полной озвучкой, с комментариями, какие цвета мы используем, а также какие техники в тот или иной момент мы применяем. Работа по-мокрому предполагает, что мы с вами вливаем оттенки, цвета, которые мы хотим смешать на листе бумаги, дать им растечься свободно. Такие эффекты очень красивые, мы с вами их несколько раз брали отдельно в мастер-классах. Это и начальный мастер-класс по планетам, это и романтическая работа с влюбленными на фоне космоса. Эта техника очень часто востребована в акварельных работах. Для того, чтобы создать облачное небо, я сначала использую голубые оттенки, и можно увидеть, что я сформировала вот такие вот облачка. Я рекомендую не использовать здесь гладкую заливку, интенсивную заливку, так как чуть позже мы с вами будем создавать пальмовые листья поверх. Они очень красиво смотрятся с максимальным контрастом, когда за ними виднеются какие-то облака. И также в этом мастер-классе, друзья мои, посмотрим с вами лессировку. Она также наиболее эффектно видна, именно когда оттенок проявляет себя на белой бумаге. Я пока только планирую вот на этом этапе оттеночки, которые буду использовать для будущих участков пейзажа. С левой стороны я планирую написать лес, такой сочный, темный тропический лес с виднеющимися вдали пальмами. Я не использую резерв, несмотря на то, что на переднем плане у меня растут вот такие вот две изогнутые пальмы. Эскиз для этой работы, для этого мастер-класса вы также, друзья мои, можете найти по ссылке. Он доступен для тех, кто работает со мной по полной версии мастер-класса. Итак, как видите, планируя оттенки, темные оттенки для леса, я стараюсь избегать тех областей, где в дальнейшем буду писать стволы. Но также мы с вами посмотрим, как поднимать цвет с листа, как его вымывать, убирать, для того, чтобы впоследствии оттеночки, которыми мы будем писать уже сами стволы, они смотрелись более сочно и чисто. Море. Вы знаете, если для неба, для облаков прекрасно показывает себя техника по-мокрому, то для моря я больше люблю сухой штрих. Мне кажется, эти техники дают диаметрально противоположный эффект, мягкость и жесткость, да, такая плавность и, наоборот, фактурность. Для моря я люблю сухой штрих, мы с вами его много раз уже обсуждали. Можно посмотреть на канале «Пейзаж с маяком», мы там больше использовали. И можно увидеть, что я стараюсь не править тут же поверх штрих, который быстро кисть укладывает, да, я чуть-чуть кончиком потом подправляю. Вот старайтесь не потерять те маленькие, такие небольшие полости, которые остаются незаполненными краской при сухом штрихе. Для такого мастер-класса
фактурная бумага, она будет являться наилучшим выбором, потому что по гладкой бумаге все-таки сухой штрих не показывает себя во всей красе. Вот на фактурной бумаге, вы знаете, он действительно очень красиво выглядит. Я также запланировала песчаный бережок. Не забывайте, пожалуйста, если вы хотите добавить прозрачности набегающей волне, то необходимо повторить тот оттенок, который вы используете для песка, необходимо повторить его и в толще воды, особенно в том месте, где волна уже становится совсем такой плоской, выбегает на бережок. Конечно же, воды там совсем немного, да, и цвет песочка будет явно виднеться сквозь. Но обратите внимание, я оставляю тонкую белую полосу, не закрываю ни зеленым, ни песочным оттенком, я оставляю это пена. И несмотря на то, что, безусловно, можно использовать резерв, либо же белило потом поверх, но в классическом понимании акварели, да, мы все-таки оставляем белые участки, те, которые мы хотим видеть белыми в итоге, оставляем их нетронутыми. Пусть такой подход не получится с первого раза, и вы все-таки где-то перекроете те участки, которые должны быть белыми, ну, вот, например, полоски пены, можно добавить немножко белилами пройтись, но если вы будете обращать внимание на этот момент, стараться контролировать свою руку, свою кисть и не залезать на те места, которые должны остаться чистыми, потом со временем все больше и больше у вас начнет получаться, все лучше и лучше вы начнете планировать свою работу акварелью. Конечно, в мастер-классе мы стремимся к этому, но прежде всего мы здесь учимся и практикуемся. Если где-то залезли, что-то не получилось, в любом случае мы продолжаем работу дальше и стараемся довести ее до финала. В акварели, наверное, наиболее ярко проявляется такой момент, что очень долго кажется, наверное, до середины работы, кажется, что получается какая-то ерунда. Я часто читаю в комментариях такие высказывания: я бросила работу, потому что в середине поняла, что ничего не получается. Вы знаете, друзья мои, вот акварель как раз-таки, она выглядит таковой довольно долго, потому что цвета еще не сочные, не яркие. Вот посмотрите, пожалуйста, я сейчас дублирую оттенки, да, более явно, более ярко прохожусь по песочку, потому что сейчас я уверена и в линии воды, и в том оттенке, который я взяла. Обратите внимание, это не коричневый, не сепия, это очень яркие, это желтые, это железоокисное, оранжевый кадмий. Песок, если мы хотим показать его очень теплым, тропическим, было бы ошибочно выбирать сероватые оттенки, даже если тот песок, который вы видите, вот в руки набрали, он действительно серый. При освещении он меняется. Поэтому здесь, на мой взгляд, вот такие оранжеватые оттенки, они смотрятся лучше. Так вот, чем дольше мы работаем, чем больше слоев появляется, тем все более и более законченная и красивая работа будет выглядеть. Пожалуйста, не бросайте свои работы на полпути. Постарайтесь их довести до конца. Подписываем, да, на обороте подписываем дату, когда вы написали эту работу. И сохраняем и удачи, и неудачи в папочку аккуратненько. Сразу вы не увидите прогресса, конечно же. Наверное, ни в каком деле невозможно увидеть прогресс вот с первого раза. Пройдет месяц-два, будут заметны небольшие изменения. Пройдет полгода, изменения, ваш прогресс будет более заметен по работам. Не ленитесь возвращаться к тем стопкам пейзажей, цветов, натюрмортов, которые у вас будут накапливаться. Отсматривайте, и это, в свою очередь, вы знаете, даст вам вдохновение для того, чтобы продолжать работать. Касательно пальмовых листьев, в этом мастер-классе я хочу показать кисть-вилочку. Я ее уже показывала много-много раз. Я ее действительно обожаю, и за пальмовые листья я ее обожаю в особенности. Фактически она все напишет за вас. Жилу центральную, толстую, определяем с помощью обычной акварельной кисти, но при этом старайтесь набрать акварель очень сочно, чтобы вот она прямо чувствовалась, видна была на бумаге таким бугорком. Очень-очень влажно, очень много. На сухой бумаге она не расплывется, поверьте.
И затем мы начинаем продолжать, как гребеночкой, да, причесывать листики, распушать листики. Я люблю сочетать зеленую и кадмий-оранжевый. Пожалуй, только искусственные пальмы выглядят полностью зелеными, вот от начала до конца листа. Натуральные пальмы, их и ветерком потрепет, и их и песочком посыпет, и ливнями польет. Где-то они поломаются, и в итоге кончики пальмовых листьев, они часто буреют, желтеют, высыхают. Постарайтесь переходить на кончиках, хотя бы вот на самом конце листа, крупного листа, да, постарайтесь переходить какие-то рыжеватые оттенки. Коричневатый я здесь не могу рекомендовать. У нас, посмотрите, уже есть голубой за этими листьями. Если вы будете комбинировать здесь, сочетать коричневатый поверх голубого, он обязательно сползет в серые оттенки. Этого не хотелось бы, и в принципе для вот такого тропического яркого пейзажа хочется использовать максимально цветные оттенки. Если бы мы с вами писали дожди, какую-то такую очень спокойную гамму, может быть, городской пейзаж с бетоном, с асфальтом, там такие сочетания более уместны. Если мы их с вами хотим показать, выразить наше видение тропической природы, то желательно выбирать более чистые, яркие оттенки. Я люблю сочетание кадмий-оранжевого и зеленый. Часто их использую, наверное, вы уже обратили внимание. Однако, если вам такое сочетание не очень нравится, постарайтесь поискать свое. Это может быть и кадмий желтый, и кадмий лимонный. Это может быть и английская красная, железоокисная, да, в палитре, в невской палитре оттеночках. Для этого, для экспериментов, можно взять небольшой кусочек бумаги, такой сэмпл, точно такой же бумаги, на которой вы пишете, и вы можете попробовать какие-то сочетания, комбинации, которые будут нравиться вам больше. В своих мастер-классах, как я вижу свою задачу, я хочу предоставить вам полноту, показать вам полноту приемов. Можно и так, и так, и вот такие комбинации, чтобы вы, в свою очередь, уже на основе каких-то моментов, которые вы увидели, вы могли бы писать свои пейзажи. Я не могу рекомендовать и хочу вас предостеречь от подхода полного копирования. Акварель копировать достаточно сложно, особенно когда мы с вами сочетаем сухой штрих по мокрому, они очень по-разному всегда получаются. Если стоит задача именно копирования, а как я уже сказала, сделать это действительно практически невозможно, вы будете разочарованы результатом, потому что сразу поставили практически невыполнимую задачу. Постарайтесь скорее следовать духу задуманной работы. Если мы с вами обсуждаем яркие цвета, постарайтесь не избегать их, а наоборот их использовать. Я знаю, что я помню прекрасно, да, вот в свой период обучения был такой момент, когда мне казалось, что смешиванием в палитре я добьюсь красивых оттенков. Однако акварель не очень любит смешивание больше трех. Два оттенка хорошо, третий зачастую уходит в грязь. Безусловно, и такой опыт хорош. Однако мастер-класс, он удобен именно тем, что я могу поделиться с вами готовыми рецептами, чтобы вы могли пропустить длительный процесс неудачных попыток. Вот для такого пейзажа очень хороши как раз-таки сочные оттенки, не замученные пересмешиванием в палитре. В этом мастер-классе в полной версии мы также подробно разберем процесс лессировки. Сейчас я показываю небольшую часть от этого процесса. Как видите, я использую лимонную желтую. Очень легко наношу поверх листьев. Я не страгиваю предыдущие слои. Безусловно, предыдущие слои надо просушить очень тщательно. И добавляю какой-то легкий, но в то же время чрезвычайно сочный оттенок. В данном случае это кадмий лимонный. Он сам по себе полупрозрачный.
За это я его не очень, наверное, люблю в лессировках. И все-таки он очень-очень красив. Он действительно добавляет солнышко листикам. Набрызгивание для песочка. Веерную кисть мы с вами применяем. И, конечно, для набрызгивания берите разнообразные оттенки. И оранжевый, и желтый сюда хорош. И даже сепию можно немножечко набросать. Касательно лессировок, также хочу отметить, что лессировки помогают в акварели, вот мне лично, объединить некоторые дробные части. Иногда мелочи смотрятся настолько разъединяющие, что они буквально разваливают работу. Касательно крон древесных, разнообразных вот таких лиственных нагромождений, помогает лессировкой объединить какие-то части, светлые или темные, и поверх добавить каких-то деталей. Еще это дает прекрасный такой эффект многослойности. Тени. Тени сюда, на мой взгляд, хорошо сядут, фиолетоватые. Они могут быть немного голубые, но не переувлекайтесь голубыми здесь, потому что снизу уже оранжевый, уже желтоватый. Если тени будут чрезмерно синими, они уйдут в зелень. А вот фиолетовый, наоборот, будет здесь звучать достаточно сочно. И не забываем, что тени у нас отбрасываются не только на песок. Часто вижу такой момент. До линии воды тень дошла, а на саму воду не отбрасывается. Да, на воду тень тоже падает. Обязательно продляйте. Несколько тонких изящных линий можно расположить близко к нам. Здесь мы будем видеть эти тени отдельно, достаточно резко. И постарайтесь не смягчать край чрезмерно. Кое-где можно немножечко растащить вот эту кромочку, лишить ее жесткости чрезмерной. Но не переувлекайтесь, опять-таки, потому что в солнечный день у нас с вами тени имеют довольно четкую границу. Чем более мягкую падающую тень вы будете создавать, тем более туманным и ненастным день будет казаться. Здесь на переднем плане тени могут быть темнее, такие контрастные, и чем дальше они от нас уходят, тем более мягкими они будут визуально. Также обратите внимание, тени у меня не плоские, они как бы повторяют форму небольшого мягкого холма, который спускается к волне. Если до этого в процессе работы над песочком я не создавала никаких углублений, таких нарочитых, да, то с помощью вот таких падающих теней мы с вами можем придать более интересный рельеф песочку на переднем плане. Ну и, наконец, на задний план. Посмотрите, тени уходят более мягко. И вот здесь я могу уже растушевать их с помощью сухой и чистой кисти, придать им более мягкий вид. Чрезмерно жесткие контрастные темные тени, если бы я взяла их такими же, как на переднем плане, они бы непременно выпрыгнули вперед и брали бы на себя чрезмерно много внимания нашего зрителя. Ну и, конечно же, вдали мы уже не будем видеть отдельных полос. Там мы будем, в принципе, видеть затененные участки. Лес темный. Здесь мы видим его теневую сторону, свет на пальмы. Он падает слева сверху. Таким образом, тени у нас падают направо. Ну и вдали уже совсем-совсем мягкие тени, не очень явные. И опять-таки не бойтесь продлевать их на зону моря. Прямо-таки вот продлевайте. Дайте этим теням упасть на воду в том числе. Мне нравится сейчас, как выглядят бунгало. В эту короткую версию я не смогла их втиснуть. Работа над ними... Она несложная, скорее кропотливая, потому что это небольшая часть. Вообще любое строение, которое вы добавляете, оно прибавляет времени к работе примерно 20-30 минут. Я помню, в один из мастер-классов, я присоединилась к мастер-классу по маслу, и как раз-таки обсуждали, мы будем писать домики вдали. Они такие маленькие, казалось бы, времени не занимают. В итоге вместо 4 часов пейзажи без домиков мы писали 8 часов, пейзаж с домиками. Домики были крохотные, вот примерно как здесь. И, наконец, как
финальную, скажем, такую интересную деталь, мне хочется добавить здесь отпечатки шагов, чтобы создавалось ощущение, что вот это я прогулялась по пляжу, может быть, один из тех бунгало вдали, это мой домик, я обернулась, чтобы посмотреть на горизонт, и, конечно же, увидела в том числе и свои шаги на песке. Друзья мои, любые детали вы можете добавлять, либо, например, убирать из этой работы. Очень красиво, наверное, смотрелись бы камушки, небольшие цветочки на переднем плане, может быть, морская звезда. Ну и, наконец, сейчас уже лессировочный слой, он высох полностью. Если он не высох у вас, друзья мои, детали мы добавляем только после полного высыхания. Пользуйтесь, пожалуйста, феном для подсушки. Я неспроста поместила его в самом начале как рекомендованные материалы для этого мастер-класса. Я себе работу с акварелью без фена не представляю. Она действительно будет занимать много времени, потому что иногда по 15, по 20 минут необходимо ждать просушки. Бумага очень плотная. Я работаю на плотности 280 с большим содержанием хлопка, здесь 70%. Таким образом, иногда, вот если в натуральную сушку оставлять до получаса, сохраняется влажность листа. Поэтому пользуемся феном, подсушиваем, и вот можно добавить детали уже по тем листикам, на которых легли слои лессировки с помощью кадмия лимонного. Посмотрите, насколько яркие листики стали. У нас с вами небо в этой работе, оно было облачное, таким образом не везде попал голубой, где-то местами там оставались белые проплешины. Вот на этих белых участках кадмий лимонный выглядит наиболее ярко. Помним, что если у нас оттенки акварели полупрозрачные, мы должны брать их менее пигментированно, тогда они будут выглядеть сочнее. Друзья мои, я практически закончила работу над этим пейзажем. Добро пожаловать ко мне на Patreon. Давайте напишем его вместе со мной в реальном времени. Если у вас остались любые вопросы по короткой версии, по демонстрационной версии этого мастер-класса, не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Добро пожаловать ко мне в группу ВКонтакте. Там вы можете поделиться своими работами и порадовать других участников группы своим творчеством. Также я буду рада видеть ваши работы через Patreon. Там у нас есть стена для того, чтобы делиться работами. А также через Instagram. Друзья мои, пожалуйста, обязательно ставьте хэштег #анурисуй, чтобы я ваши работы могла найти. Я надеюсь, что вам понравился мастер-класс. Благодарю вас за то, что вы присоединились сегодня ко мне. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы любите рисовать. Впереди нас ждет больше замечательных идей для творчества. И ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Я работу свою просушиваю, с помощью фена удаляю монтажную ленту. Фен подогревает немножечко клей, и тем самым мы можем удалить ее без риска повредить тонкую поверхность бумаги. И работа готова. С вами была Фёдорова Катя, канал Нарисуй. Я желаю вам теплых летних дней, вдохновения. Увидимся с вами в следующих мастер-классах. Всем пока-пока.